Дорогие друзья, всем добрый вечер. Ну, что значит Крым, да? Недавно, буквально минут 40 назад у нас был сильнейший дождь, прям такой ливень, и небо было такое хмурое, темное, серое, да? А сейчас, посмотрите, солнце светит, снова жарко, снова красота и лепота. Ну и что? Конечно же, я говорила, что я не выпущу своих ребяток, потому что очень-очень будет грязно. Оно действительно грязно очень. Ну, здесь, посмотрите, настолько был сильный дождь, и настолько уже все практически сухое. Ну, вот настолько было у нас нехватка, наверное, воды, и бетон впитал, и земля. Земля, конечно же, грязная, естественно, да. И, конечно же, я не удержалась. На эти глаза смотреть невозможно. Мама, выпусти, мама, гулять, 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 гулять. Конечно же, я сжалилась и выпустила моих ребяток. И посмотрите, какие мы красивые! Мы мокрые, мы грязные, мы вот-вот засмоктанный волос, потому что мы уже бегаем очень много и долго. Вот даже лежанка осушилась, называется. Сейчас снова буду перестирывать. Ребятки мои выбежали. Ну как можно устоять вот эти глаза, которые просятся погулять? Ай, думаю, ладно, лето на улице, да что такое грязь? Да, господи, я их потом покупаю, искупаю, посушу. Да они недолго купаются и сушатся, где-то там, ну, за 2-3 часа я их покупаю, всех искупаю на вечер перед сном, и они будут чистенькие, красивенькие, уже спать ложиться. Ну, что делать? Вот такие красотульки, ну, как же отказать им погулять, да? Бантик ты мой хороший, красавчик. Конечно, побегали, погуляли, потом я одела им резиночки заново, потому что они, ух, как выскочили, погэцали тут вот, а кто-то тут еще балуется. Для кого мама сделала заборчик, а? Хулиганы. Так, двум мальчишкам одела снова их красивые яркие бантики. Это мальчишки, два близнеца. Хочу снова вам показать вот этих вот прекраснейших мальчиков, несмотря на то, что они мокрые и немножко грязные. Зато я вам скажу, какие они счастливые, какие они вот радостные, что они выскочили, бегают, гуляют, играют. Да, боже мой, что там та грязь, что там мокро? Да все, скажи, мама сделает. Зато вот мы вот такие вот красивые, здоровые, активные, радостные, приучены и такой погоде, и такой. Кстати, мы гуляем весь год. Ну, у нас нет таких прям сильных морозов и снегов, чтобы там собачки мои замерзали, и мы гуляем и зимой, и летом, да, я вам скажу, и осенью, и весной гуляем постоянно, ну, по мере той погоды, что есть там в этот момент, да, если холодно, то быстренько пробежались, жопки поморозили, сходили, пописали и домой, да, там в теплое место, в теплые комнаты с теплыми полами, либо гуляем очень долго. И вот в эту погоду мы тоже гуляем. Да, очень хороший дождь прошел. Отлично, прям прекрасно. Посмотрите, какая земля, прям мокрая-мокрая. Травушка моя, муравушка, может быть, пойдет все-таки расти, потому что, правда, что не делала, и удобрения подсыпала. Смотрю, все подсыхает, подсыхает и подсыхает. А я очень прям трепетно ее сажала и закрывала, и мне нужно было очень тут развести именно траву. Ну, пока я не готова зацементировать весь свой двор, да, цементом, ну, потому что люблю природу, люблю живое, трава, цветы, кусты, деревья, они должны быть в нашей жизни. Вот, поэтому, конечно, проще всего зацементировать, да, и просто потом зашуровать
водой, да, там со шланга, и все чисто, аккуратно. Да, это классно, это было бы здорово, но пока я не готова. Люблю цветы, люблю вот что-то сажать, что-то, чтобы было вот именно ближе к природе. Да, я вообще считаю, что собачки мои должны все-таки познавать и бетон, и землю, и траву, и, в общем, все-все-все, потому что все, что ты заложишь изначально, то и будет всю их долгую счастливую жизнь. Так, два мальчишки. Близнеца это Атос и Арамис. Мальчики, мини-мальчишки в поиске одной семьи. Одной семьи. Мальчишечки едут в одну семью. Так, Оскар, что ты совсем тут у меня за... Что ты там? Что-то еще и копает по зимой. По зимой, скажи, какой я красивый. Мама, посмотри, какой я курносый. Какой я красивый, замечательный. Какие у меня большие, красивые, блестящие глаза. Не надо стесняться, зайка, не надо, все хорошо. Вот такой Оскар, мальчишечка в поиске мамочек, папочек. Так, что, где у меня еще наши красотулечки? А вот они, а что вы уже устали, да? Так, красавец Каирчик, Лаки, красавец Лаки, мальчик померанский шпиц. Он очень осторожно, очень-очень осторожно бегал, гулял, чтобы, дабы не вымазаться, да, мой хороший? И он, кстати, в хорошей форме, да? Не очень грязный. Ты мой золотой, ты немножечко маму жалеешь, да? Чтобы там не сильно тебя вымывать. Спасибо, родной. Так, далее у нас тут мальчишка Каир. Посмотрите, как я всегда говорю, это он посерединке. Вот этот красавчик, вот этот, вот этот, вот этот, вот. Как он гламурно всегда лежит. Чудесненько вообще, такой прям царь, царь, царь. Вот действительно по-королевски лежит. Что, уже поуставали, да? Мокрые. Сейчас пойдем уже, наверное, потихоньку будем купаться. Так, малыш, бантик. Стесняшечка. Красотулечка. Да, вот такой красивый, как девочка прям. Красавец, 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 да. Красавцы, красавцы, мои замечательные зайки. Вот так мама обратила внимание. Уже все, конечно же, готовы тоже обратить на себя внимание. Мальчишечка Тимофейка, мальчишечка белый, мальтеза, тоже в поиске мамочек, папочек. Бантюшенька, чуть-чуть в сторонку, зайка, пожалуйста. Тимофейка. Вот такой Тимофейка. Красивый белый мальчишечка. И тоже не совсем прям грязный. Нормально. Тимофейка в поиске мамочек, папочек, да, замечательный мальчик. Так, прибежал Оскар. Оскар, наверное, мы с тебя начнем, дорогой мой. Оскар тоже в поиске мамочек, папочек. И мальчишечка Дэнни. Дэнни? Дэн. 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 Мальчишечка Дэнни также в поиске мамочек и папочек. Так, все вот эти мои мальчишечки пока гуляют. Все в поиске мамочек, папочек. Замечательные детки. Все детки привиты полностью, имеют документы, клеймо. Приучены. Приучены всему. Всему тому, что им нужно знать. Всем прелестям, всем нужностям. Просто дети замечательные. Просто воспитанные, прекрасные. Дети, просто бери и наслаждайся. Ну, я не знаю, кому как, у каждого свое видение. Я всегда в последнее время приобретаю себе деток постарше. Ну, у меня свои требования, поэтому я приобретаю постарше. Мне нужно видеть, что, гляньте. Солнышко светит, он задумался, красавец. Мне нужно видеть, что я беру, да. Вот, конечно, у каждого свои какие-то приоритеты. Кто-то хочет маленького щеночка с ним поиграться, воспитывать его самим. А кто-то вот хочет уже готовую собачку с определенным окрасом, определенной мордочкой, определенного веса, роста, размера и так далее. Вот, поэтому, если вы таковы, вот детки полностью выращены, вот такие вот они и будут, каждый, кого я показала, такие уже будут стопроцентно, никаких сюрпризов, никаких обманов, вот все, что вы видите, то будет с вами жить долгие-долгие годы. Есть деточки у нас и маленькие, которые подрастают, и пока
готовы только к резервированию, тоже имеет быть. У каждого свои запросы, у каждого свои хотелочки, вот поэтому, ну, без проблем, как бы, никого никогда не уговариваю, а еще даже по нескольку раз могу спросить, готовы ли, согласны ли и так далее и тому подобное. Ну, потому что собака не игрушка, поиграться, захотел, не захотел, пришлось по душе, не пришлось, так не должно быть. Вот нужно, увидел, а, мое, хочу, не могу, расшибусь, не ем, не пью, снится, не сплю и так далее. Вот, тогда это действительно ваше животное, тогда нужно брать. Ну, потому что нельзя играть с жизнью животного, оно тоже все понимает, все знает и так далее. Так, все, друзья, показала наших замухрышек. Мои зайки, ну простите, я просто пошутила, да. Но зато мы такие счастливые, вы бы видели, сколько у них было радости, когда я открыла, сколько было вот счастья. Мы гулять, гулять, гулять. Ну, потому что, да, потому что они, в общем-то, знают, что когда идет дождь, мама старается не выпускать. Ну, скажу вам так, у меня и так много дел, а это еще прибавляется. Вот, ну, я же говорю, пару часиков, и они будут в полном порядке. Ну ничего, ничего. Лето, каникулы, лепота, красота. Поэтому, конечно же, я выпустила и не жалею нисколечко вообще абсолютно. Ну вот и все. Мы, в принципе-то, нагулялись, да, мои ребятушки. И, наверное, пойдем, будем уже приводить себя в порядок. Правда? Потихоньку, по одному все будут гулять, а я по одному буду их уже зазывать к себе. И первый ко мне пойдет это Оскар. Он самый красивый. Чему золотой? Так, все, дорогие друзья, кого интересуют наши детки, Вайбер, Ватсап, Телеграм, кто спрятался? Такой хороший мальчик, да? Бантичек, ты спрятался туда? Ой, чудо-ребенок, просто чудо-ребенок. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения. Доставка есть в любую точку мира. Стоит только захотеть. Обращайтесь, дорогие друзья. А всем хорошего настроения, хорошего вечера. Пока-пока. До новых встреч. Мои жайки, дождик погуляли. Зато мы счастливы, да? Кайфушки были.